Прежде чем выполнить ямочный или капитальный ремонт дорог и уложить асфальт, работники коммунальных служб меняют старые водоводы, чтобы впоследствии не пришлось нарушать новое покрытие. Такая тенденция стала наблюдаться в нашем городе в последнее время. Так, 2 недели назад на пересечении проспекта Мира и улицы Зелинского, где образовались ямы в дорожном полотне, предприятие «Горводоканал» произвело замену старых труб на том участке, который требовал ремонта. Теперь работники Зеленстроя устраняют разрытия. Работы должны быть завершены в течение 2 дней. Вложено где-то порядка 15 тонн асфальта. Ну, если брать, сейчас вам хочу сказать, это порядка, значит так, здесь метров 30 на 2, порядка 70 квадратных метров. На 1 августа в Мариуполе насчитывалось порядка 1400 разрытий. Согласно разработанной в городе программе, ежедневно работникам Зеленстроя приводится в порядок примерно по 15-17 таких мест. Только за сентябрь было устранено 160 разрытий, оставленных теплосетью и Горводоканалом на месте ремонтных работ. Александр Шулька также рассказал, что нынешние погодные условия еще позволяют выполнять укладку асфальта с надлежащим качеством, так что горожане могут не сомневаться, покрытие прослужит долго. Мы производим работы, не перекрывая улицу, есть движение транспорта, вот вся сложность. Остальное все выполняется, есть у нас и техника, мы обеспечены всем, чем необходимо.